Здравствуйте! В эфире интеллектуальная игра «Сила команды» и я, ее ведущая Мария Лошкова. Сегодня у нас в гостях школа Достоевского, 10 А-класс вместе с руководителем по хореографии Храмовой Татьяной Борисовной. Давайте поприветствуем друг друга. «Сила команды». Игра состоит из трех раундов. Участник, набравший в сумме трех раундов максимальное количество баллов, побеждает в игре. И угадать самую популярную строчку, как могли ответить твои ровесники? Тогда высокая мода. Мода бывает высокая. Я вас поздравляю, это первая строчка нашего табло, 30 баллов. Так как это интеллектуальная игра, сила команды, и каждый должен себя проявить, да? Сестры. Личности. Личности. Я тоже думаю, что это ее личность. Ведьма. Снова можно предлагать свои варианты. Кем являются девушки слева и справа от героини картины? Ангелы. Довольно трудная картина. При том, что она очень красивая. Она очень красивая, и Данте Габриэль считал, что это одна из лучших его работ. Вот как. Эмоции. И прямо сейчас мы смотрим на турнирную таблицу. Как же расположились результаты? От 90 баллов до 314. И я вижу явных лидеров. Это два человека. Руслан и все. Я тоже считаю, что у вас отличная команда. 10 А-класс школы Достоевского. Желаю вам успехов и на вступительных испытаниях, которые будут еще через полтора года уже. И вообще просто в жизни, чтобы вам все приносило удовольствие. И удовольствие.